Итак, вот это вот наша баня. А это муравьи в нашей бане. Раньше у нас был деревянный пол, но он был гнилой и холодный. А потом мы залили бетонный пол. В планах еще есть сверху положить на него деревянные помосты. Но пока вот он бетонный. Так вот, что получилось. Когда залили бетонный пол, появились муравьи, которые начали здесь проходить через щели. И как-то они мешают нам здесь, в бане. Я понял так, что если не я их, то они меня здесь выведут. Поэтому было решено потравить муравьев. Для этой цели я попробовал купить вот такое вот средство в нашем местном Вимосе за 16 или 19 рублей. Вот такой вот пакетик. В этом пакетике должна быть ампула, которую, согласно инструкции, нужно развести на литр воды. Вот я взял литровую бутылку, просверлил отверстие примерно 1 миллиметр, чтобы заливать в щели. Налил воды. Не обращайте внимания на страшный цвет воды, просто она из бочки. Итак, сейчас разведу, потом потравим муравьев и посмотрим, что из этого выйдет. Ну что ж, попробуем. Здесь должна быть одна капсула. Интересно, будет ли что-нибудь для отламывания капсулы. Посмотрим. Так, вот капсула. Кроме капсулы ничего нет. Вот такую капсулу отломить-то несложно. Так, берем бутылку. Пошла какая-то реакция. Думаю, муравьям это не понравится. А что делать? По-моему, баня и муравьи — это как-то несовместимо. Да, может быть, кому-то это интересно. Это 600 грамм на литр. Не знаю, что это, 600 гл диазинона. Диазинон. В общем, здесь травящее средство диазинон. Самим бы только не травиться. Ну что, погнали.
устраивают, песку наносили. В общем, на этом я, наверное, камеру выключу. Самое-то интересное, какой будет эффект, об этом станет известно позже. Сегодня у нас среда, баня в пятницу. Вот посмотрим. В пятницу я обязательно сообщу. Как сообщу? Как-то в ролике сообщу или в комментарии к ролику сообщу, какой будет результат, чтобы народ знал, действует ли этот метод травли муравьев под названием «Муравьед КЭ».